Пока все хорошо. Будем надеяться, что никто нас не видел. Мы должны пройти через кухню. Твои вещи спрятаны в кладовой. Держись поблизости, а говорить буду я, хорошо? Иди за мной. Кто идет, Малборн? Ты же знаешь, я терпеть не могу странные запахи на кухне. Гостю стало плохо. Оставь его в покое. Гость? На кухне? Ты же знаешь, это против правил. Против правил, Цавани? Я и не знал, что разрешено есть лунный сахар. Наверное, нужно уточнить у вас. Убирайся отсюда. Я ничего не видела. Твои вещи в этом сундуке. Я закрою за тобой дверь. Смотри осторожнее. Я закрою за тобой дверь, иначе патрульные заметят, что что-то не так. Уходи! Поспеши. Мне пора возвращаться, пока меня не начали искать. Я закрою за тобой дверь, иначе патрульные заметят, что что-то не так. Вы видели утром отряд Мак? Рассчитывай теперь только на себя. С кем это они? Новые миротворцы посланника? Нет. Это высокие маги прямо из Эленора. Кажется, сама наконец забеспокоилась из-за драконов. А, хорошо. Даже интересно, как бы вы сами могли от них защититься. Если дракон появится, лучше пусть сначала сожрет мага. Тогда, может, нам хватит времени, чтобы его прикончить. Ха! Хорошо бы этих заносчивых ублюдков ткнули носом в грязь. Всегда они на нас смотрят сверху вниз, как на муравьев. Ладно, пошли лучше патрулировать.